Хлеб юбилейный в честь юбилея. Сурский посвящен строителям оборонительных рубежей. Чебоксарский хлебозавод номер один продолжает радовать жителей Чувашии полезными и вкусными новинками. Одна из новинок Чебоксарского хлебозавода номер один – хлеб новодарницкий. На ржаной заварке без дрожжей. В составе хлопья пшеничных зародышей, которые улучшают вкусовые качества, сохраняют свежесть хлеба и обеспечивают организм многими микроэлементами. Хлеб ржаной с семечками на ржаной закваске разработан по старинной рецептуре, но с применением новых технологий. Хлеб имеет приятный вкус и аромат. Хлеб юбилейный с богатой рецептурой выпущен в честь юбилея генерального директора завода Елены Бадаевой, почетного гражданина Чувашской республики. Каждый кусочек хлеба – это целая энциклопедия. Посмотрите, фундук, изюм, курага, натуральный мед. Вся продукция натуральная. Ничего не добавляем, никаких разрыхлителей, никаких вкусовых добавок. Поэтому без опаски можно употреблять и детям, и взрослым. Последняя разработка специалистов хлебозавода – хлеб сурский. За основу взята старинная рецептура – ржаная и пшеничная мука, закваска, соль и солодовый экстракт. Этот хлеб для сотрудников предприятия особо ценен. Моя бабушка участвовала в строительстве Сурско-Казанского рубежа. Когда я была маленькая, она все время рассказывала, как им было тяжело во время этого строительства, как им не хватало хлеба, и как им было очень тяжело. И поэтому сейчас я ценю каждый кусок хлеба. То, что сейчас наш завод выпускает сурский хлеб, это дань памяти и уважения строителям оборонительных рубежей. Часть денег с продажи сурского хлеба идет на возведение мемориала в Козловском районе, который посвящен строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей.